От лица пролетариата приветствую вас в нашей свободной Одессе! Ура, товарищи! Ура! Смотри, как они обернулись-то на наши гроши. Наш пролетариат наконец-то вывели! Миша, ты представляешь, вчера посреди Катерининской на своем сивом мерине ехал кот. Так вся же Одесса, товарищи, орала. Да здравствует лысый Котовский, будто в городе нет короля. Как тебе такое? Да парень гвоздь. Без мыла в жопу лезь. И главное, такой важный сабли. Прям че я генерал. Я вот думаю, может, мне тоже в генералы, а? А что, пошью себе галифе с лампасами, шинель с подбоем, а? Шикарный вид. Ты что, сдурел? Да что, чего? Куда с нашими мордами лампас? Наш другой фасон. Миша, у меня до вас дело. Да. Миша, тут такое дело. Завтра в Одессе праздник в честь освобождения от белых. В опере будет собрание. А, слыхал. Да, и концерт. Ура! Памяти героям революции. А что же вы под меня-то хотите? Я же не петь, не танцевать, не поэтому... Нет, тут другое дело. Миша, ваши люди ведут себя пока более-менее прилично, Миша. Ну, сознательные измальцы. Нет, случаются инциденты, но мы закрываем глаза. Пока. Миша, я вас прошу, завтра на время концерта обеспечьте революционный порядок. Вы меня понимаете? Да я вас понимаю. Ну, кто бы понял меня. Ловите ушами моих слов. Нехай ваша контора делает себе усталый вид в день бенефиса. Пишите афишу, чтобы любой одессит на каждом углу мог прочесть, что лично Михаил Японец гарантирует тишину и покой от начала спектакля и до 12 при 2:00. Мы договорились. Как вы это сказали? До свидания, товарищи! Вот и мысль, товарищ. Ну что, ты куда? Домой куда. Приходи, ребят, ну мало ли что. А что? Сейчас патрули пустят, может, и зацепят. Кого? Меня? Да ты шутишь. Они же на наши гроши гуляют. Отдыхайте, товарищ. Ты говоришь, как ты можешь такое говорить? Куда ехать? Как? Очень просто, папа. Пароходы еще ходят, пока ходят. И уже многие уехали, вы сами об этом знаете. Но здесь же я не понимаю, зачем? Папа, вы действительно не понимаете, зачем? Здесь нельзя оставаться, папа. Но почему? Почему? Потому что здесь революция! Потому что пришли красные! Потому что будет кошмар! И все об этом говорят! И потому, наконец, что в этой стране евреям никогда не будет хорошо. А где евреям будет хорошо? Назови мне такое место, Циля, где? Я не знаю, папа. Ну, давайте продадим ваши магазины и уедем во Францию. Как это? Продадим? Ты сошла с ума, Циля, с ума. Ты сумасшедший. Как это продать? А все остальное? Господи, ну что? Что все остальное? Что остальное, Циль? Так все. Твоя мама, она лежит здесь, недалеко, на втором еврейском кладбище. И моя мама.
и мой папа, и свекр, что он земля, и вся наша родня. Все до одного цели. Все здесь. Это что, тоже можно продать? Папа. Бекицер. А твой муж? Что он? Как с ним? Он что, тоже поедет с нами в эту твою Францию? Или он не поедет? Или он отпустит тебя? В чем, знаешь, я лично очень сомневаюсь. Мне все равно. Что тебе все равно? Тебе все равно? А мне не все равно. А мне не все равно. Цели нет, нет. Ты стала такой умной, что чересчур, что мне не хватает головы понять. Тебе все равно. Когда у тебя есть муж, тебе все равно. Когда Раби сказал, что вы муж и жена, и тебе все равно. И он еще не такой плохой муж. Не такой плохой. И он любит тебя. И поверь мне, это очень и очень немало. Не нужна мне такая любовь. Не нужна. Я не хочу такой жизни. Я не могу! Если вы меня не понимаете, то знаете, что я уеду. Что? Да, уеду и увезу с собой Сопочку. Что? Что ты такое говоришь, доченька моя? Мама, здесь нельзя. Ей нельзя здесь оставаться, Господи. Никому нельзя. Папа, папа, Боже мой. Ну, пожалуйста, ну, подумайте. Ну, что ее здесь ждет? В этом городе, в этой стране, ну, что хорошего ее здесь ждет? А что хорошего ее ждет там и всех нас? Там мы будем хотя бы просто жить. А Миша что? Как с ним? Миша? Я не знаю, папа. Не знаю. Так всем концертом вообще смех один. У Леди Утесова сперли фраг. Да ладно. А он тут с какого бока? Леди Утесов, он конферансье. Кому же, если не ему, Изя, ты шо? Кто-то залез через форточку. Прихватил его фраг и тючок. А другого у Леди нету. Кто ты такой наглый? Ты же просил не трусить артиста, тем более люди. Да то не с наших, мы ж залетных кто. А что он до меня-то не пришел? Люди обиделся. Что он говорит, раз до меня так, то и мне не надо. Он же гордый. Иди, я тебя умоляю, сделай красиво. Делай. Да, и скажи там нашим за этот концерт, чтоб пока товарищи гуляют, чтобы они не барагозили. То я же пообещал, Топчик. Скажу. Чири-бим, чири-бом, чири-бим-бом-бом-бом-бом, чири-бири-бири.
категорически желаете моей смерти. Скажите честно, вы желаете, чтобы меня расстреляли? Так, слушайте, делайте, что хотите, я уже ушел. Довольно-таки свинство с вашей стороны. Это вы мне? Если у вас в театре не помешо, так и при чем тут я? Если у вас нельзя оставить в гардеробе приличную вещь без присмотра, то какой тут может быть конферанс? Да мы уже пошьем вам фрак. Мы пошьем вам целых два. Но если вы сегодня не сделаете конферанс, я за себя не отвечаю. Не надо угроз. Не надо. Вот в чем мне делать конферанс? Ну, в чем? Лёдя, прекратите. На такую публику вообще можно не выходить. Да какая разница в чем? Я зато и говорю, у вас вполне приличная пара. Вы меня унижаете? Вы меня уже унизили. А вам, Натан, хорошо говорить. У вас хотя бы есть фраг. Так и играйте с треском то, что отрепетировали. Я ушел. Лёдя, а мы как раз до вас насчет костюма. Миша. Тут такая глупость вышла, аж неудобно. Причем мы тут ни с какого боку. Какой-то хлопец чумазый попутал, причем сам с Житомира, а шустрый, как я не знаю. И притом малехонький, аккурат под форточку. Это он цопнул мой фраг? Так он уже извиняется. Во, лучше примерьте, может, подойдет что с такого гардероба? Миш, это что такое? Фраки. Миш, ну, вы меня пугаете. Да не-не-не, вы не думайте, ничего такого. Взято на пробу у самого шеф-копера. Кстати, он вам привет передавал. И сказал, если Утесову будет впору 5, нехай берет себе 5, ему нужен запас. Миша. Миша. А ну? Берете? Она хочет, чтобы у мамы разобралось сердце. Чтобы маму закопали глубоко в землю. Да что вы завелись, как ненормальная? Ну что я такого сказала, чтобы так орать, аж красная вся? А? Вы слышали, как она обзывается на свою родную маму? Что ты молчишь, мэр? Что ты молчишь? Значит, я сижу не так, лежу не здесь. Говорю против ветра. Я не девочка. Я живу у себя дома. Мэр, надавай ей по щекам. Она хочет, чтобы я закрыла глаза. Мама, успокойтесь. Я не хочу, чтобы у вас закрылись глаза. Я хочу, чтобы вы замолчали свой рот. Мэр! Мэр, надавай ей по щекам. Да раньше я сама через вас сдохну. Да раньше я отравлюсь, когда никто не хочет моего счастья. Что? Счастье? Счастье! Вот это счастье? Да что оно может, это счастье? Счастье. Аля, иди сюда. Знаете еще, мамаша? Что? Мы поженимся, а вы пропадите. Тетя Доба, что вы так колотитесь? А если у них любовь? Улёвка не гавкай. Сейчас поднимусь и оборву тебе уши. Они поженятся. Мэр! Что ты молчишь, мэр? Доба, а якщо він її любить, така, що бути? Галя, закрой ему рот. Так, закрой рота. Да хай же вони поженятся. Что? Что? Какая разница? Что? Какая разница? Такая разница. Такая разница. Что оно может? Что оно может прокормить своих детей? Не дай бог они народятся. Это не ваше дело. Я же вот такая голова от тебя. Галя, не мое дело, когда за ней интересуются такие приличные люди. Ой! Капитал, что, ой, с домом. Ой! И с капиталом, так они для нее старые. Ей подавай этого, задрипанца. Да дурна. Ма, ну что ты, Сеня у Мишки в банде, а у них денег полно. Что? О, Мишка! Миша, иди сюда скорее, а то уже здесь давно не смешно. Миша, иди-ка сюда, иди сюда. Иди послушай, что говорит твоя больная сестра. Она хочет пожениться. Ну и что? Так на нем! Так и что такого, пускай поженится. Что? Так он же голый борзый. Сеня-то, с чего вы взяли? Сеня такой зажиточный, что это не дай бог. Что? Что слышали? Сеня, а что ты молчишь, как глухонемой? Скажи, что ты богатый. Че, я? Нет, я. Мам, у него даже дом свой имеется. Что за дом? Вот чудак. Шикарный дом. С откуда у него дом? Ну, не такой большой, конечно, но зато каменный. И капитал есть. 1040 наскребет. И за Америкой дадим столько же. Сколько? Что, 40 тысяч-то? А что, ты же не задрипанка какая.
кредитной фамилии. Моша! Ну ладно. Мам, что вы стоите? Зовите всех за стол, надо же отметить. Мэрика! А ну, Мэрика, что ты там стоишь? Давай Сенечку за стол. Сеня, садитесь. Ну? Чек. Мэри, ты сонечка. А? Вот. Мэри. А кого ты что? Ой, Люба моя. Мама. Солнышко. Люба моя. Она не пьет. Здравствуйте, Слава Яковлевич. Все. Будь ма. Вот так. Вася у себя? Ну, дай Боже забрать. Я залюблю. Светятся. Мэр, дети, давайте за вас. Ось, спишь, что ли? Не шуми. А я думал, ты спишь. Что ж ты орешь-то, если я сплю? Что у тебя темень такая, как в гробу? А я, считай, покойник. Шутишь? В глаза бьет. Чего? Хоть свету Божию увидите. Чего шумят? Мэрика вон, замуж собралась. А ты-ка. Больно. Кости целые. А там как? Мозги целые? Целые. Приходи, дай. Сам не могу. Дедушку просить. Он после Зоечки сам не живой. Тут я еще. Деньги хоть есть? Да, есть. Я муж служить пойду. Куда служить? Ваших всех разогнали. Из ЧК приходи. Да ты ж. Спрашивали. На, Ося. Власть меняется, а тебе хоть бы хны. Ты не надоело еще в уголовке-то? Да я ничего делать не умею. Сам-то не наигрался еще. Да бог его знает. Можу и брошь, казаки-разбойники эти. Не вешай меня лукши на уши. Да побей меня, кицкины лапки. Бен и Мунос. Серьезно. Скочила мне тут одна мечта-идея. Одесситы, от всей широкой черноморской души имею поздравить вас с победой над гидроконтрреволюцией в нашем солнечном городе! Для почину немного прекрасного. Итак, сочинение австрийского композитора Гайдна, значит, сочувствующего австрийскому пролетариату. Там мастер. Здорово, хлопцы. Да пригощайтесь. Здорово, здорово. Благодарствую. Ой,
Что, сюда? А ну... Так, опоздали вроде. Да не, мы так ходим, приглядываем. Чтоб не дай бог какой шухер. А то ж мы сразу роги пообламываем. А вы кто? С народной дружины? Да на вроде того. Пойдем, погляд. Долго нам порожняком ходить? Хотя что, не имется? Сказано же, чтоб за 12 ша. Как только, так сразу. Давай. Яблочко! Товарищи, имейте сознательность! Вам тут что, театр или что? Итак, специально для героической публики и лично для моего друга Миши. Миша. Кичмана, бежали два уркана тайного в Апеняровской малине. Они остановились, отдохнуть. Товарищ, болят мои раны. И шо? Оль, не тошни мне на ней. Почем я знаю? Тон, лучше у тех спросить за время. Я дико извиняюсь. Что? А я интересуюсь. А который час? Может, знаете? 7 секунд. 4:01. Благодарю. Можно, Реня? Я тебя дико извиняюсь. А не пройдете ли вы тут дой? На секундочку. На одну секунду. Товарищ малохольный, зароет мое тело. Зароет мое тело в глубоке. И с шашкой, и в рюкою, и с метелкою, и другою. И с песнею веселой. Давай, родной. За что ж мы проливали нашу кровь? Они же там пируют, они же там гуляют, а мы же подавали. Таким образом, после окончания концерта было совершено 54 ограбления. Кроме того, были разбиты 2 продуктовые лавки и совершено 6 квартирных краж. 6 налетов. Они что, с цепи сорвались? Я вас предупреждала. С этими людьми нельзя было иметь дела. Доброго здоровья. А что, пан Мендель? Да, лапши хочет. О, зараза, ну. О, секира ей где-то потопа. Да-то вон она, секира. Вот. Ну что, гадюк? Ну, держите. Лапши ему, а тут возите с ней. А сам-то где? Да у хати сховался, чтоб не бачить. Крови не люблю. Мабуть, я люблю. Так. А ну держи. Под собі маленько. Чего? Держи, я говорю, держи. О. Голову оттяни. О. Ай-яй-яй, аза. Да ну у вас все как не по пальцам мне. Да что ты по пальцам, я же аккуратненько. Держи. Да не буду я держать. Держи, я говорю. Держи! Держу! Держу! Я же аккуратненько!
Так, держите все аккуратненько. Да ну вас, держите вы сами. Ты уже убил, чи шо? Да шо вы сказали, забудь. Тебе лупши, вот ты и рубай. Мотя, мотя, ё. Писова душа, шо ж ты? Куди? Мое почтение. Куда, зараза? А мотя, а мотя. Я думаю, лапшички захотелось. Теперь уже шо? Да вы б кухарку лучше взяли. Шо? Кухарку. Мотя. Куховарит лучше всех. Пропала лапшичка. Такая и кухарка. Съехать хочу. Как съехать? К бессарабам. Да братика там. Хутор у меня там добрый. Совок чистый, сад. Будем мы там с Мотей. Мотя, узвару хоть давай. Сам бери. О, подлец. А здесь как же? А здесь тебя оставлю за хозяйство. Смотри, примешь? Да я-то шо? Все меняется. Власть меняется. Люди новые, непонятно какие. Красные, чикаги. Красный. А как дурить начнут? Все блатные, все при кличках, все через кичман прошли. Да с красными я порешаю, пан Мендель. Порешаешь? Mm. Мы тоже живем с налетом. Но ни один блатной не будет стрелять в живого человека ради развлечения. Они стреляют, мучают. Ни чести, ни слова. Пейте уже. А про лапшу я и слухать не стану. Да пошел ты со своей лапшой. О. Так может, Тараньки? А? Тараньку давай. Тараньки у нас хорошие. Полный дом Тараньки. Даже присохнет вся Таранька-то. Видал? Разберемся. Можно? Да, входите. Меня зовут Осип Тор. Мне сказали прийти. Так вот вы какой, Осип Тор. Это я за вами посылал. Ну, давайте знакомиться. Стоцки, это Фельдман. Фельдман. Саша. Оси. Чем я могу быть полезен? Вот. Правильно ставите вопрос. Очень правильно. Работать надо, товарищ Тор, работать. Извините, не пойму. Ну, а все очень просто. Положение в городе аховое. Под Вапняркой белые, в раздельной румыны. В Одессе вообще черт знает, что творится. Налеты, грабежи. Так, Саш? Да, точно. Это ужас. Так что, Шос, вы очень можете быть полезны. Что ж мы стоим? Проходите, садитесь. Да, ну, я же вроде как в полиции. Ой, да пусть вы. Полиция, вы же сыщик. Работали по уголовникам, в охранке не служили. В городе у вас репутация, я интересовался. Такие спецы нам во как нужны. Как ваше ранение? Работать сможете? Да, вроде смогу. Ну? Вот и давайте. Не знаю, я не думал. Да некогда думать, товарищ. В городе должен быть установлен революционный железный порядок. Вы же это понимаете. Ну и первым делом надо покончить с бандами. Решаете вы с нами или как? Порядок должен быть. Правильно, абсолютно правильно. Порядок нужен. Вы закуривайте. Осип Ильич. Нам передана пехотная рота, пулеметы. Два? Да. Так что людей нам хватит. Надо покончить с этой уголовной сволочью. И начинать надо с главарей. Вы, конечно, слышали про Мишу Японца. М? Ай, Миша! Привет. Оцели дом? Она это... То нету? Ну, а чего же нету? Она есть.
Но до нее не можно. Что? Что значит не можно? Не можно. Кажу ж, не можно. Иди-ка, иди, в другой раз придешь. Феля, вы что, сдурели? Да. Мой отец перевел капитал еще в прошлом году. Дом придется бросить. Жаль, конечно, но сейчас его не продать. Так что через неделю мы уезжаем. Сначала в Марсель, оттуда в Нью-Йорк. Целя, я вас умоляю, едемте? Леонид, ну я же вас просила. Вы совершаете страшную ошибку. Господи. Непоправимую. Леонид. Вы уже совершили одну ошибку. Это ваше замужество. Я запрещаю вам об этом говорить. Вы не можете мне запретить. Целя, выслушайте меня. Я вас умоляю. Я обещаю, если мы уедем, я никогда словом не упрекну вас в том, что я готов забыть. Я готов забыть все. Отец тоже. Он дает свое благословение. И мы забудем обо всем. Шо? Шо? А ну, прими. А я тут мимо гулял, да, я думаю, загляну. А у вас тут гости. Вы продолжайте, я тут в уголочке посижу, не помешаю. А ты зачем пришел? Кто я? А что такое? Я же к жене пришел. К своей, если кто интересуется. А что ты нас не познакомил? Прекрати кривляться. Михаил Японец. Я пойду. Да, Леонид. Как? Даже кофе не попьете? Циля, а как же кофе? Прощайте. Генеша, блин, тухость. Генеша! Прекрати. Доброго здоровья! Какой интересный молодой человек, Циля. Это что-то. Прекрати. Главное, с благородными намерениями такими. Такой благородный. Он же готов все забыть, Циля. Я подумал на твоем месте, ей-богу. Главное, я готов тебя после меня взять. Это что-то. И папаша, он согласен. Замолчи. Замолча. Замолчи. Замолчи. Ты с ним нюхаешься, а я замолчи. Замолчи. Ты сам во всем виноват. Сам во всем виноват. Хватит. Цилечка. Уходи. Не трогай меня, пожалуйста. Ненавижу тебя. Циля, если ты с ним или с кем, я не буду жить. Уходи, ну пожалуйста. Кушайте, Миш. Между прочим, это большая ошибка.
Я покушаю, пани Бася, покушаю. Покушайте, потому что скоро будет нечего. Товарищи, так взялись за провизию, что скоро девочки станут худыми и неинтересными. Ах, если б вам знать, как тяжело стало вести хозяйство. Хоть бы кто-нибудь спросил, как пани Бася живет. Пани Бася, а как вы живете? Ой, Миш, и не спрашивайте. Я несчастный, я калека, мне 12 лет. Я прошу человека, дайте мне совет. Или Богу помолиться, или к черту утопиться. Все равно не мил мне белый свет. Не нравится мне вся эта обстановочка. Купите кое-че папирос. Трикене фурреген и кваргос. Кое-че билик беде монес, кое-че готов мирах монес ратеве. Конхингер мирацин. Купите кое-че швебеле кантик. Дер митве тире зьосен, но дер клик. Расходитесь, товарищи! Решением исполкома Совета рабочих, солдатских и матросских депутатов, торговля продовольствием временно запрещена. Братцы! Они жратву от людей схвали, чтоб самим жировать! Сохраняйте сознательность, товарищи! Расходитесь! Продовольствие будет выдаваться по норме! Какая такая норма? А ежели я не желаю? Уже завтра начнем выдавать! Расходитесь! Люди, что вы слушаете? Ломай ворота! Товарищи! Сейчас трошки взяли бы в оборот. Пустите охрану! Есть! Если опять начнут стрелять, и без разговоров. Да пострелять можно, как харчей на три дня осталось. Хоть по норме, хоть как. А бузить начнут, тут не настреляешься. Бузы не будет. Принято решение экспроприировать излишки у буржуев и зажиточных. Списки уже составлены. А, по буржуям, значит, пройтиться? Можно. Дело веселое. А ну-ка, напряг! Напряжься! Надо было на них скакать, а? Чтобы им повылазил уже, чтобы на них уже тихо плевали, а? Чтобы им так же дали зубы, как они тебе. За кого вступаешь? За куркуля вступаешь? Что ты то для тебе, босото, він куркуль, а для мене сусід. Та я тут сидів! Щас заберем Кітчика, бикать, бичара чорна. Я не піду в ЧК. Як не підеш? Та от так от. А бандюки... А, ну тримай мене, бо я його... Вони вже подавилися. Зубы покладай в зал. Считаю до трех, два уже было. Ну, кидай! Текай больше, они бабу били! Да тихо, мам! Да не скреби, что ты там скребешь. Гуля, помоги им. Что делать? Оружие сдать! Сдать оружие! Ты кто такой, мальчик? Бандюки они! Они бабе ружьем в зубы дали! Кто такие? Он препятствовал. У нас мандата, он препятствовал. Ты знаешь, кто я? Нет, ну все равно нельзя так. Гуля, проводи товарища. Это мандат. Слышите? Вы ответите! За оружие ответите! Оружие принесут до ЧК.
Привет, товарищ Стоцкий. Зуба нема. Зуба нема. Так, не больно, а зуба нема. Вот и помогаем после. Ну. Спасибо, деться. Ой, нема. Нема за що, Мішаня, які тому Місігіни, курва, треба було так дати, щоб аж за вагонами тякнуло. Щоб він забув дорогу сюди на віки вічні. А ти. А! Тут где-то рядом. Ну вот кто-то еще не согласен харчами делиться. Подожди. Ладно, держитесь. Это. Так вот, так вот, так вот. В этой рябочке. Стычки были по всему городу, а на Молдаванке это вообще вылилось открытое сопротивление. Настоящий бой. Пятеро наших убито, несколько человек ранено. И стрельбу открыли члены уличных банд, которыми руководит японец. Японец обиделся? Что? Вы пришли к его родителям. Японец вам помог. А вы послали к старикам. Мы, товарищ Тур, ни для кого не делаем исключения. Согласен. Это была ошибка. Но, товарищ Тор, а ваше мнение об операции? Вам, как новому начальнику уголовного розыска, придется в ней участвовать? Вы предлагаете террор? Нет, красный террор. А какая разница? Вы не чувствуете разницы? Белые уже пробовали террор. Ничего не вышло. Только народ озлобили. Я согласен с товарищем Соколовской. Другого способа покончить с бандитизмом нет? Значит, стрелять. А как насчет закона? Сейчас может быть только один закон. Закон военного времени. В городе может быть только одна власть, советская. Осип Амельевич, вы должны определиться, вы с нами или... Боюсь, господа, не смогу быть вам полезен. Его нельзя отпускать. Он может предупредить. Не успеет. Алло, барышня. Барышня, алло, соедините с казармами. Пачками содят. Облава чешу. Да не сильно много для облавы. Что там? Миш, еле прошмыгнули. Кругом сулаты. Берут усех. Хуже, чем при Алмазове. Миша, треба делать ноги. Ну, текайте кто куда, только потихо. Ага. А ты куда? А я до Герш. Надо же узнать у старика за эту музыку. Стоять!
Спи, спи. Всю ночь не спал. Что, погано? Погано, Герш. Не то слово. Людей постреляли. Вчера газета написала список расстрелянных за страшные преступления перед революцией. Кого за курятину, кого за самогон, кого за махорку. Там понавыдумано такое же. Скажи, Миша, откуда такой высокий профессионализм у этих неизвестных мне макрошников? Крови льет столько, что всем бандам вместе трудно себе представить. Домена тоже пришли. Я рванул, как молодой, кислый ему чубчик. Я не понимаю, Ерш, как можно стрелять людей за то, что у него лишняя ложка. Революционная необходимость не укладывается у меня в голове. Кто хозяин? Стоцкий. Да не, Ерш, до них ходить без толку. То такие люди, с ними по-хорошему не договоришься. Спи. Спи, дурила. Чего глядишь? Мне надо до хозяина. Я Герш. Садитесь. Хозяин, кого ты бьешь? Ты бьешь Орлов. С кем ты останешься? Со смытьем. Зачем же так, хозяин? Я всего лишь старик. Я пустой, в карманах у меня ничего нет, в руках ничего нет. И на улице я никого не оставил. Зачем вы пришли? Отпусти моих ребят. Скажи свою цену. Такой мой разговор. Не получится разговор.